Выходим. Тихо. Нашел номер? Нашел. Че, готов? Алло, Ира, ну наконец-то! Ну приезжай скорее, Гриша один в группе остался. Я пью, завеялась. Ира, ты где? Что случилось? Я пила, пью. К чему этот допрос? Совсем тебя не узнаю. Что с тобой случилось? Ну, хочешь, пей Гришу, так кто заберет? Я Гришу отдам. Надоело уже. Кому отдашь? Я все сказала. Алло, Ира. Алло! С ума сойти. Ну вот, она не забрала ребенка из сада. Вы говорите эпизодически. Папа! Случай. Привет, родной. Сегодня я тебя заберу. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из органов опеки. Очень приятно. Нам ее бывший муж сообщил, что недавно ему звонила Ирина Лещинская, что она сейчас запоя. Да, сказала, что ей все надоело, мать. Ну вот поэтому он к нам и обратился. В который раз уже, прошу заметить, вы же с первого раза не реагируете. Ребенка сегодня заберет отец. Да, она мне тоже сегодня звонила. Явно в невменяемом состоянии. А вы уверены, что это была она? Да, никогда бы раньше о ней так не подумала. Вы знаете, с первого взгляда это незаметно. Она же раньше запойной была. Это потом завязала, когда сын появился. Мы сейчас поймем, что-то случилось, так она развязалась. В общем, я Гришу пока заберу себе. Но я вас очень прошу, с этим надо что-то решать. Гриша, видишь, все образовалось. Сейчас пойдешь с папой. Пойдем заберем рюкзачок в группе. А что с мамой? С мамой? Да не, все в порядке. Она к подруге поехала, сынок. Мы сейчас. Да. Она раньше могла на неделе пропадать со своими дружками старыми. Из-за этого мы с ней развелись. Будем разбираться. Такая социальная личность не имеет права воспитывать ребенка. Скажите, а можно как-то ее скорее лишить родительских прав, а? Ну, всему свое время. Это не так быстро делается. Ой, ну очень бы хотелось за неделю, за полторы как-то решить этот вопрос. Я вас очень хорошо благодарю, если мы с вами договоримся. А мне не о чем с вами договариваться. У нас все строго и по закону. Так а мне что делать, а? Ну такая пьянь, она недостойна воспитывать моего ребенка. Ну, недостойно, значит, не будет. Я готов. Ай, Гришка, поживешь у меня, мой хороший, да? Угу. Отлично. А что, завтра на 8, да? На 8:30. Всего хорошо. Доброго. До свидания. Ну, вот мы, Гриша, и дома. Знакомься, это Алина, это ее мама Елизавета Викторовна. Здрасте. Здравствуй. Какой чудный мальчик. Гришенька, тебе здесь очень понравится. Как хорошо, что ты наконец приехал. Ну, решение оцени, для тебя сделали реконструкцию. Вот. Это все мне? Конечно, тебе. Только давай договоримся. Вот сразу все не есть. Да, давай мы вначале разденемся, помоем руки, а потом уже все остальное. Господи, какой синяк. Пойдем с тобой. Помоем руки вместе. Я догоню вас. Это Ира. Я же тебе рассказывал. Господи, какой ужас. Ничего, ничего. Бедный мальчик, он с нами почувствует, что такое любовь, что такое забота. И ему будет хорошо. Иди, мой руки. Угу. Папа, ты какой-то грустный. Да я хотел с тетей Ирой встретиться, но не могу к ней дозвониться. Может, у нее телефон разрядился, она просто не заметила. Тетя Ира мне нравится. Она немного похожа на супергероя, но больше просто красивая. Да, красивая.
Михаил, у меня для вас замечательная новость. Есть покупатель. Да вы что, порадовали? Я уже стал волноваться. Банк срочно деньги требует. Тогда вы обрадуетесь еще больше. Нам удалось согласовать с ним очень хорошую цену. И я надеюсь на свой процент, точнее, на свои скромные 5%. Да, конечно, не переживайте. Завтра в 16 часов он сможет с вами встретиться. За всю коллекцию он предлагает 75 тысяч долларов. Ничего себе. Это очень известный английский коллекционер. Завтра он улетает из страны, поэтому это очень редкая возможность. А для вас это единственный шанс. Ну да, конечно, я все понял, я к 4 буду, да? Даже лучше немножко раньше. Вы же понимаете, что нельзя опаздывать на встречи с такими людьми. Если он улетит, сделка будет аннулирована, а другого такого покупателя я вам уже не найду. Да, я все понял. Я приеду заранее, даже с запасом. Спасибо вам большое. Фух. Ну, хоть одна хорошая новость. Что, Гриш, это твоя комната. Будешь здесь жить. Тут же игрушки для совсем маленьких. Ну, ничего, завтра привезем игрушки для взрослых как-то. А где мама? Да, мама к подруге поехала. Скоро вернется. Иди сюда. У меня к тебе есть очень серьезный разговор. Что-то с мамой? Нет, с мамой все в порядке. Скоро приедем. Ой, нам всем очень нужна твоя помощь. У тети Алины есть дедушка. Он уже старенький, болеет очень, и у него совсем нету правнуков. А он очень бы хотел, это просто его мечта, чтобы такой хороший мальчик, как ты, называл его хоть раз прадедушкой, понимаешь? Он очень далеко живет, он будет нам звонить, а мы с ним поговорим, как с родным, близким. Ну, старшему же надо помогать, правильно? Отлично. И это будет наш с тобой секрет. Договорились? Твой и мой. И мы никому не скажем об этом, даже тете Алине. А маме? О, маме тоже не скажем. Договорились? Угу. Ну, молодец. Пока, сокровище. Пап, ты же говорил, одну монету оставим себе на память. Обязательно. Я только спрошу эксперта, какую лучше всего оставить, и привезу тебе вечером. Привет! Ну что, Егоров, на выход. Я не понял, что происходит, ребят? А что тут понимать? Время вышло. Обещал долг вернуть и пропал. Папа, я боюсь. Я подам в суд на банк. Да-да, хорошо. Только жилплощадь освободите. Подождите, я завтра переведу всю сумму на счет банка. Уверен? Да, я почти нашел деньги. Ага. А мы почти поверили. Ладно. Завтра утром, если не будет денег, мы вернемся вечером. И? Но уже в плохом настроении. Пошли. Я завтра все переведу. Переведу и подам сюда. Викуль, ты чего? Не переживай, все хорошо. Я не переживаю, но мы в школу опаздываем. Ой, какие же у тебя веснушки красивые, Гришенька. У меня в детстве такие же были. Правда? Ой, Гришенька, скажи, а ты сегодня в садик пойдешь? Угу. Да, прадедушка. Молодец. Гришенька, скажи, а кого ты любишь больше всего на свете? Маму и папу. А где Алинка? Очень хотелось бы ее увидеть. Папа, Алина на работе. У нее сегодня с самого утра прием. Понимаю. А я все прошу врачей меня к вам отпустить. А что они? Обещают. Говорят, через 2 недели, может быть. Да? Папа, это не опасно? Понимаешь, мне-то уже терять нечего. Очень хочется встретиться с правнуком. Успеть встретиться. Ну, не будем о
грустном при детях. Все, всем пока. До свидания. Пока, прадедушка. Пока, папочка. Береги себя. Гришенька. Послушайте. Хотя слушайте бабушку и маму с папой. Пока, пока. Молодец. Беги в свою комнату. Здравствуйте. Здравствуйте. Что на сегодня, Елизавета Викторовна? Да, Оль, заедь в детский магазин. Я тебе вышлю список игрушек, все купишь. И, пожалуйста, не задерживайся, возможно, ты мне понадобишься. Хорошо, сейчас еду. Олег, привет. Привет, привет. Ну и где твоя протеже пропала? Посоветовал мне такую необязательную. Пропала? По крайней мере, на работу не пришла. Подожди, нет в офисе? Оксаночка, перебрось мне эту по сетке. Представь себе, может, она передумала у нас работать? Не понравились мы твои тайны? Да нет, это очень странно. А когда Ира исчезла? Когда? Еще вчера после обеда. Ушла на обед и больше не вернулась. Сегодня приехал в офис. Ее опять нет. Если так дальше пойдет, сам понимаешь. Олег, можешь попросить в отделе кадров ее домашний адрес? Я смотаюсь, гляну. Но это очень странно. Она очень ответственный человек и просто не могла не прийти. Хорошо, сейчас распоряжусь. Спасибо. 2 недели. Мы должны твою бывшую через суд лишить прав. Через 2 недели. Нет. Лучше через неделю. Свидетельство о том, что вы с Алиной, его родители, должно быть у нас. Можем подделать свидетельство. Ты что, дурак? Что мы нотариусу предоставим? Нет. Отец обязательно захочет своего нотариуса, я его знаю. Тут подлог не пройдет, нет. Нужна взятка в опеку. Я тебе сколько раз говорила? Не берут. Я не знаю, откуда они откопали этого инспектора. Все берут, а этот нет. Ну, думай. Хорошо. Гриш только в сад отвезу. Угу. Гришенька! Молодой человек, вы к кому? Здравствуйте, я Миша, знакомый Ирины. Никак не могу с ней связаться, вы не подскажете, где она? Это вы, Миша. Ира говорила о вас. Да, вы не знаете, где она? Не знаю. Вчера ни Иры, ни Гриши дома не было. Я 8 часов заходила, пусто. Странно, может уехали куда-то? Да куда ему ехать? Ира только на работу устроилась. Ой, даже не знаю, что и думать. А Гриша в сад ходит? Да, правильно. Там и узнаете, приводила Ира его сегодня или нет. А вы не подскажете, где детский сад находится? Сейчас я вам покажу. Давайте. Спасибо. Да я и так тебе помогал, законными и не совсем путями. Мы вышли на хороший результат, и я думаю, в месяц можем уложиться. В месяц? Да, спешка здесь ни к чему. 2 недели, ты меня слышишь? А лучше 1. Послушай, я не волшебник. Я, конечно, могу найти более сговорчивого инспектора по опеке, но я ничего не могу обещать. А кто может, а? Ты понимаешь, у меня судьба решается. И ты бы хорошо заработал. Я надеюсь, мы сейчас не ставим под вопрос мой гонорар. Не о том ты думаешь? Сроки сжимаются, а ты ничего не предлагаешь. Я предлагаю быть реалистом. Так просто лишить родительских прав живую мать невозможно. Не получается живой, лиши мертвую. Вы на что намекаете? Я не намекаю. Если иначе не получается, значит, Ирина должна исчезнуть навсегда. Убить Иру? Извините, это перебор уже. Простите, я не знала, что кто-то здесь есть. Я привезла игрушки. Да, поставь сюда. Пока свободно. Я не убийца, поэтому я выхожу из нашего договора. Ах так? Поздно. Если ты не доведешь дело до конца,
Я тебя сгною в тюрьме, ты понял? У меня для этого есть все связи. Твой сын становится наследником. Мы будем сказочно богаты. Ты понимаешь? Ты понимаешь или нет? Я понимаю. Понимает. Сидит, сопли жует. Так, все. Успокоился, представил себе. Ирину находят мертвой за городом в пьяном состоянии. Да. Это неудивительно. Это не странно, потому что все знают, у нее были проблемы с алкоголем в последнее время. У алкоголиков трагическая судьба. Иногда их находят мертвыми, но никто в этом не виноват. Мать мертва, ты автоматически берешь на себя опеку над сыном. Дело с оформлением документов идет быстрее. Оно просто перестает быть спорным. Ты слышишь меня? Все очевидно. Очевидно для тебя и для меня. Если посадят. Послушай, ну твоя Ирина сирота. Если ее сейчас никто не ищет, ну кто будет искать виновного в ее смерти? Для этого понадобятся большие деньги. Хорошо, сколько денег? Ну откуда я знаю? Ну давай иди к этим отморозкам, узнай, какая цена вопроса. Что ты сидишь, иди! Извините, но я не даю никакой информации посторонним людям. Ирина Лещинская мне не посторонняя. Мы встречаемся. Встречаетесь. А что же вы тогда за ней не следите? А что вы имеете в виду? Она сейчас где-то за городом и, по всей видимости, в запое. Сейчас Гриша вместе с отцом. И, видимо, будет подниматься вопрос о том, чтобы передать ребенка ему. А, значит, она неспроста исчезла. О, дядя Миша! Привет, дружище! Видите, мы знакомы. Ну что, куда вы с мамой пропали-то, а? Мама поехала к подруге. Понятно, что там за подруга. А ты где? А я у папы. Тебе там нравится? Да. А мама не говорила, когда вернется? Мама не говорила, она просто не приехала. Давай, беги, играй. Передавайте Вике привет! Обязательно. У вас все? Да, я попытаюсь найти Ирину. Да, очень хорошая идея. Вы знаете, найдите ее и приведите ее сюда. Хочу посмотреть ей в глаза. До свидания. До свидания. Да? Михаил, все в силе? Да, конечно, как и договаривались. Покупатель звонил. Перед рейсом приедет на сделку. Да, 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 я буду, я успею. Вот и хорошо. До встречи. До свидания. Давай, 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 давай. Да ты спортсмен. А обратно. Так, хорошо управляешься. Молодец, молодец. Здравствуй. Ну ладно, я позже зайду, потанцуем. Снова судить меня будешь? Мне помощь твоя нужна. У меня беда, пропала девушка. Мне кажется, она попала в руки к бандитам. К бандитам, говоришь? Мне больше некому обратиться. Спасибо, Примеш. Спасибо, что пришел. Рассказывай. Забирай ее отсюда и вали. В смысле забирай? В смысле, что на мокруху мы не подписывались. Одно дело – подержать недельку в заперти. Напоить до беспамятства перед тем, как выкинуть. А мокрое дело – это другое дело. Врубаешься? Братан, подожди. Сколько даешь? $10,000. $20,000. Тридцатка. Тридцатка? Это крайняя цена. Лаве вези. Ладно. Будут вам бабки. Я звонил в полицию. Говорят, что рано искать. Сутки прошли. Она взрослая женщина. Может, действительно поехала к подруге, но... Сердцем чую, что-то неладное.
Я знаю, ты хотел получить мамину часть наследства. Оно твое, только помоги мне. Я хочу подключиться к мобильному оператору и узнать, откуда шел последний раз сигнал с телефона Ирины. Поехать туда. Но я первый раз в такой ситуации. Мне напарник нужен. Это стоит 75 тысяч долларов. Надо же. Выходит, я свою долю за бесценок слил. Ну, получается, да. Я делал экспертную оценку. У меня сегодня сделка с покупателем на 16:00. Но я могу ее отменить, отдать тебе. Только прошу, дядь, помоги. Спрячь. Это твое есть и будет. Жаль, что ты мне не поверил. А насчет мобилы ты прав. Узнаем, где включалось, с остальным разберемся. А ты уже начал работать с компьютером после своего этого отклонения? Да еще нет. Но у меня нет другого выхода. Племяш, я с тобой. Спасибо. Что вы там делаете? У вас аккумулятор может разрядиться. Свет оставь. Голова другим занята. Справился? Сделал все, что хотел? Да, я посмотрел все, что надо. Спасибо за предоставленную базу. Рад снова видеть тебя в деле. За компом. Да, врач же говорил, что... наступит время, я снова смогу вернуться к работе. Вот оно и наступило. Что-то случилось? Олег, ну у меня к тебе просьба. Забери сегодня Вику за школу. Пускай у вас помогут. Хорошо, не вопрос. С тобой точно все нормально? Со мной это все в порядке, а вот Ира... я уверен, она в опасности. Может, полицию вызвать? Да говорят, пока нет повода. Я посмотрю в одно место, если действительно все плохо, тогда позвоню. Спасибо тебе. Давай. Ну что, племяш, нашел? Да, нашел. Сейчас покажу. Поселок Кружки, 12-й километр трассы. Вчера последний сигнал с телефона Ирины шел отсюда. Мы что стоим? Поехали. Да-да, поехали. Елизавета Викторовна, я могу отлучиться на час? Нет, не можете. Антон уехал по делам. Заберете Алину. Хорошо, уже еду. Этот дом, отсюда шел сигнал. Проедь чуть подальше, не надо перед двором светиться. Вот здесь тормози. Войдешь через калитку, как будто обознался. Спросят, скажешь, было открыто. Главное, рассмотри все подробно. Что за дом? Где вход? Сколько окон? Есть ли собака? Сколько их там засело? Если кто-то выйдет, скажешь, картошку пришел купить. Картошки пришел купить. Если пошлют, возвращайся. Больше ничего не делай. Понял? Да, понял. Давай, племяш.
Последний раз пожрать предлагаю. Не захочешь, сдохнешь с голоду. Угу. Эту тему. Все равно не выгорит. Ешь, ешь. Давай. О, а у нас по двору пассажир какой-то гуляет. Пойду гляну. Тебе чего? Здрасте, я из города проездом картошки купить хочу. Нет картошки. А может, знаете, у кого есть? Не знаю, вали отсюда. Помогите! Как это ж, тварь, братан, как ты? Тихо. Ух, ух, тебе. Знаешь его? За тобой приходил? Знает. Вот послал дурака. Да в речку ночью обоих. Да и дело с концом. Может, травануть чем, а? Да и на свалку. Здесь тридцатка. Можете пересчитать. Подожди. Мало. В смысле мало? В смысле, денег больше надо? В два раза. Алло? Крестный, привет. Да, спасибо, я уже здорова. Послушай, крестный, мне очень нужна твоя помощь. Да, прямо сейчас. Ты же сказал, что ее никто искать не будет. Да я понять не имею, кто такой. Не было у нее никого. Это как тебе можно теперь верить? Может, ее еще кто ищет? Не думаю. Пожалуйста, давайте как-то уже решим эту проблему. Решим. Только у нас два клиента теперь. И денег, значит, надо в два раза больше. Ладно. Мне надо поговорить. Здесь говори. Нехрен здесь шастать. Алло. По телефону не могу объяснить. У нас тут проблемы возникли. В общем, чтобы все это решить, чтобы все было по плану, сумму нужно удвоить. Что это значит? Тебя не разводят? Поверьте, нет. Я при встрече все объясню. Это можно сделать уже все сегодня. А. Можно привезти вторую часть денег. Хорошо, я деньги дам. Встречаемся у ресторана в городе. Пакет привезу сама, чтобы побыстрее. Алло? Оля. Скорей домой. Ты мне нужна. Я сказала немедленно. С Алиной разберусь. Хорошо, сейчас буду.
Доченька, послушай, ни Антон, ни Оля тебя не смогут забрать. Берешь такси, добираешься сама до дома. Все, пока. Здравствуй, дочка. Сколько же мы с тобой вживую не виделись? Ну и иди ко мне. Вот это сюрприз. Прости. Прости, что не предупредил. Поругался своим врачом, на порыве прыгнул в такси и в аэропорт. Ну, ты даешь. Да. А когда из самолета вышел, думаю, не буду дочке звонить. Пускай будет сюрприз. А то начнешь готовиться, а мне же церемонии ни к чему. Тебя плохо? Ничего, хорошо. Нормально. Пойдем сядешь. Пойдем. Идем. Сейчас наши вернутся. Хорошо. Вот это хорошо. Наконец все познакомитесь. Да. Я так рада, что ты приехал. Я пошел на все ваши условия. Я хочу, чтобы они исчезли прямо сегодня. Она и ее спаситель. Договорили? Либо с камнем на шею в реку, либо по маслине в лоб. А, не-не-не-не-не. Здесь надо что-то такое придумать, чтобы можно было выдать за несчастный случай. Ну так думай. Ты же нам платишь за работу, а не за мысли. Метиловый спирт. Влейте им в глотку по смертельной дозе. А потом оставьте на какой-нибудь свалке, как алкашей каких-нибудь. Это можно. Я знаю, где взять. Сделаем. Это даже не мокруха, так, некачественный продукт. У вас, кстати, отказ за хорошую идею. Че? Да ладно, хлопцы. Шучу я. Через 2 часа буду. Всем отдавайте! На колени! Руки за голову! Руки за голову! Эшли! Здесь есть кто-нибудь, кроме вас, кого удерживают? Нет! Они планировали нас убить! Спасибо вам большое! Помогите мне найти моего ребенка! Его похитили! Садики твой Гриша. Точно! Садики! Ира! С утра он был в детском саду. Я видел его. Все хорошо. Мне нужно в детский сад. Мне нужно забрать Гришу. Да, да, да. Мы вас отвезем. Спасибо. Спасибо вам большое. Ты знаешь, папа, я, наверное, прямо сейчас позвоню Антону, чтобы он все бросил и привез Гришу. Ты пока пей чай. Они же с Алиной в это время на работе. На какой интересной работе муж вашей дочери? Ты что себе позволяешь? И вообще, где ты была, когда была мне нужна вон отсюда? Вон. Я должна вас расстроить. Антон арестован, он в полиции. Ты что несешь? Спасибо моему дедушке.
и моему папе за то, что выбрали мне в крестный генерал МВД. Всего лишь один мой звонок, и он без лишних расспросов выслал группу захвата по указанному мной адресу. Кристина? Дедушка. Как же я рада тебя видеть. Сестра Света, да? Угу. Лживая гадина. Но за деньги многое можно купить. Даже родство. Вы же понимаете, о чем я, тетя Лиза? Так, оскорблять мою внучку в моем присутствии я никому не позволю. Но тебе, Кристина, все-таки придется объяснить, что ты здесь делаешь. Дедушка, я с детства знала, как ты относишься к женщинам-наследницам. Но все равно я не была готова к такому повороту. Да она на все готова ради денег. Посмотри на нее. Она недостойна носить нашу фамилию. Но вы-то давно от этой фамилии отреклись, тетя. Дедушка, я не собиралась оспаривать твоего решения. Поэтому, как только меня выписали из больницы, я сразу приехала сюда. Хотела познакомиться с новыми наследниками. Признаюсь, это был расчет. Я хотела войти к ним в доверие, стать союзниками. Потому что жить, не участвуя в жизни компании, я бы не смогла. Это все, что у меня осталось. Да, мне хватило всего лишь один раз выпить кофе со Светой, чтобы понять, что никакого внука у твоей дочери нет. Она тебя обманывала. Как это нет? А Гриша? Гриша – мой внук. Гриша – сын Антона от первого брака. Вы вчера его увидели в первый раз в своей жизни. Да, кстати, Алина тоже с ним практически не знакома. Твоя дочь и Антон хотели выдать этого мальчика за твоего правнука, чтобы получить наследство. Они даже выкрали его мать, чтобы лишить ее родительских прав. Это неправда. Здравствуйте. Дедушка? Да, Алина ни в чем не виновата. Она просто полностью доверяла своему мужу и матери. Оля? Алина, ты познакомься, это твоя двоюродная сестра Кристина. Алинушка, скажи мне, где твой сын? У меня нет детей. Пока было две сорванные беременности. Прости меня, пожалуйста. За что? Куда ты пойдешь? Одна. Что ты вообще будешь без меня делать? Ты совершенно не приспособленный к жизни ребенок. Что задумала? Скажи мне хоть слово. Прощай. Дядя Олег испек пиццу. Представляешь, я думала, не люблю оливки. Но когда попробовала, то оказалось, что люблю. Слышишь меня, папа? Да, конечно, слушай, любимая. Рассказывай, мне очень интересно. Я так по тебе сегодня скучал. Миша! Дядь!
И куда ты пропал? А я видел, тебе помощники со стволами подскочили, но я решил метнуться по хозяйственной части. Вот, племяш, 75 кусков. Сколько взял, столько и привез. Да ладно, ты успел к покупателю? Продал монеты? Хотел торговаться с собакой. Не на того напал. Ты же говорил, что одну монету оставим себе на память. А? Нашинская порода. Что значит родственники? Не сговариваясь, об одном и том же подумали. Я взял тебе монету. Взял. На, держи. И это папкино наследство. А это будет твое. Спасибо, дедушка. Слышал, дедушка? Ну ладно, чего стоим? Пойдемте в дом. Слушай, неплохо бы перекусить что-нибудь после такого денька. Сделаем. И расскажешь, чем дело закончилось. Обязательно. Папа, а когда мы увидим опять тетю Иру и Гришу? Ну, надеюсь, скоро. Ну, сейчас мы им позвоним и обо всем договоримся. Идем, внучка. Дедушка, когда ты уже вернешься из Германии насовсем? Истинушка, милая, думаю, я уже не вернусь. Учись жить без меня, дорогая моя. Тебе будет трудно, но ты сможешь, я в тебя верю. Пожалуйста, не говори так. Истинка, это была глупая, навязчивая идея по поводу правнука-наследника. Я чуть не поломал дело своей жизни и твоей жизни тоже, прости меня. Ну, все в порядке, все выяснилось. Да, благодаря тебе и посторонние люди чуть не пострадали. Кстати, позвони, спроси, может, им моя помощь нужна? Хорошо. Ты моя наследница. Помни, чему учил тебя я, чему учил тебя твой отец. Ты остаешься одна, тебе будет очень трудно, но ты сможешь все. Слышишь меня? Да. Ты помни об этом. Всегда. Спасибо тебе, что ты не бросил меня в беде, и спасибо, что был рядом в самый ужасный момент в моей жизни. Я очень испугался, когда ты пропал. Как знал, мой папа переходит на свою старую работу, и теперь он будет работать вместе с твоей мамой. Не знал. А давай в следующем году ты пойдешь в мою школу. И родители после работы будут вместе нас забирать. Давай. А, кстати, Олег рассказывал, что ты вчера приезжал в офис и рассказал по секрету, что с завтрашнего дня выходишь на работу. Да, представляешь, мне стало намного лучше. И теперь я могу вернуться к любимой работе. Получается, мы теперь будем сотрудниками. Ну да, да, так и есть, получается. Папа, ты ничего не забыл? Все сказал. Давай будем не только сотрудниками. Я не хочу с тобой больше расставаться. Я не представляю, как жить без тебя. Ну все, хватит смеяться, с Настей пойдемте уже.